Сотрудников прокуратуры Фрунзенского района не устроила работа 7 управляющих компаний областного центра. Надзорное ведомство вышло с проверкой исполнения жилищного законодательства и обнаружило ряд нарушений. В ряды провинившихся попали ООО «Дворянка», «Возрождение», «Вектор», «Домовой», жилищно-сервисная служба, а также УК «Прогресс» и УК «Вознесенск». Установлено, что в 14 домах, расположенных на территории Фрунзенского района и находящихся под управлением этих коммунальщиков, имеются повреждения. Отмостки вокруг домов, а также частичное разрушение цоколей. В адрес руководителей УК внесены представления об устранении выявленных нарушений. Возбуждено 2 дела об административных правонарушениях. На должностных лиц это назначение административного штрафа в размере от 50 тысяч рублей. На юридические лица также назначение административного штрафа в размере от 250 тысяч рублей. На устранение нарушения остальным управляющим организациям дан срок 1 месяц в соответствии с законом прокуратуры, так как внесены представления об устранении нарушения. Будем контролировать исполнение фактическое требований.